Каждое время имеет свою массовую культуру, и она всегда очень, очень плохого уровня. Во время Вертинского она была не лучше, чем сейчас. Совершенно не лучше. Я боюсь, что задача того, что делал Александр Николаевич, было совсем не противостоять. Я думаю, что это слово ему в голову не приходило. Я думаю, что он считал себя представителем как раз массового популярного искусства, но его личные критерии, его личная эстетика настолько отличалась от ширпотреба, что мы о нем говорим до сих пор. А то, что нам не хватает Вертинского, знаете, нам много кого не хватает. Нам всех не хватает. Нам и Иоганна Себастьяна Баха не хватает. Мне не нужна женщина, мне нужна лишь тема, чтобы сердце вспыхнувшим зазвучал на тему. Я могу из падали создавать поэмы, я люблю из горничных делать королев. Наш фильм – это дань уважения к памяти актера. Возможность прикоснуться к его искусству, почувствовать чарующее обаяние его личности, оказаться в небольшой и, право же, неплохой компании, таких же очарованных и в какой-то степени околдованных. Почти не осталось людей, которые были свидетелями триумфа Вертинского и вообще пользовались его дружбой. А вот песни его до сих пор наполняют самую рядовую жизнь каким-то небудничным смыслом. Проведя за пределами родины почти четверть века, Александр Николаевич Вертинский сохранил Россию в сердце, в мыслях, в строках, в своих песнях, что в конечном счете помогло ему выжить и не потерять себя. Жизнь сводила его со многими замечательными людьми, о которых он рассказал в своих мемуарах. Эти воспоминания, ставшие основой нашего фильма, а также песни Вертинского, прозвучат в исполнении Александра Домогарова. Когда в театральном или ресторанном зале звучал голос Вертинского, люди начинали думать о себе и о своем самом заветном. Не о революции, не о политике, не о восстановлении монархии, не об исторических судьбах России, а о своей собственной судьбе. Потому-то белый генерал Слащев, ставший прообразом генерала Хлудова в булгаковском беге, приезжая с фронта, немедленно требовал артиста к себе. Однажды после концерта я как-то очень устал и рано лег спать. А часа в 3 ночи меня разбудил стук. Я встал, оделся, зажег свет. На пороге стояли 2 затянутых, элегантных молодых адъютанта с аксельбантами через плечо. Они приложили руку к козырьку и сказали: «Его превосходительство генерал Слащев просит вас пожаловать к нему и откушать бокал вина». «Господа», — взмолился я, — «что вы делаете? 3 часа ночи, я очень устал, я очень хочу спать». Но адъютанты были непреклонны. «Его превосходительство желает вас видеть», — повторяли они. Я понял, что сопротивление бесполезно. Оделся, вышел. У ворот ждала штабная машина. И уже где-то через 10 минут мы были на вокзале. Огромный пульмановский вагон, ярко освещенный. За столом сидело человек 10-12. Грязные тарелки, бутылки вина, цветы. Все уже скомкано, смято, залито вином.
Из стола с шумом поднялась длинная фигура Слащева. Он протянул ко мне свою огромную руку и сказал: «Спасибо, что приехали. Я ваш большой поклонник. Вы поете о многом таком, что мучает нас всех. Кокаин хотите?» Я сказал: «О, нет, 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 благодарю. Лида, тогда налей Вертинскому, ты же в него влюблена». Справа от него оказался молодой офицер черкесский. Познакомьтесь. Юнкер Ничволодов. Это и была та самая знаменитая Лида, его любовница. Делившая с ним походную жизнь, участвовавшая во всех сражениях, дважды спасавшая ему жизнь. Высокая, худая, коротко стриженная, с серыми сумасшедшими глазами, нервно курившую папиросу за папиросой. Я поздоровался. И вот только здесь, оглядевшись, я увидел, что на столе стоит большая серебряная табакерка, доверху наполненная кокаином. А у всех гостей были гусиные перышки-зубочистки, которые они наполняли кокаином и беспрерывно нюхали. Я очень хорошо запомнил лицо Слащева. Длинная белая, смертельно белая маска с ярко-вишневым припухшим ртом, серо-зелеными мутными глазами. Он был напудрен, а в вагоне было очень жарко, и по его лицу струился пот такими бледными молочными струйками. И он сказал: «Ну, милый мой, спойте мне вот эту о мальчиках. Я не знаю, зачем. Вы угадали, Вертинский. Действительно, кому это было нужно?» В его словах проскальзывают трезвые мысли о войне. Поговори, солдат, поговори. Доску и мешок. Слушаюсь. Как твоя фамилия, солдат? Фамилия? Да что фамилия? Фамилия у меня неизвестная. Крапилин, вестовой. А ты пропадешь. Пропадешь, оголтелый зверь в канаве. Да ты посиди вот тут на своей бочке. Да нет, сбежишь. Сбежишь в Константинополь. Храбер ты, только женщин вешать до слесарей. Ты ошибаешься, солдат. Я на Чингарскую гать ходил с музыкой. И там два раза ранен. Да все губернии плюют на твою музыку. Вы угадали, Вертинский. Действительно, а кому это было нужно? Притушите свет. Он взял большую щепотку кокаина. Я выпил вина. И запел. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой, только так беспощадно, так зло и ненужно, опустили их вечный покой. Осторожные зрители молча кутались в шубы, и какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойника в посиневшие губы и швырнула в священника обручальным кольцом. Закидали их елками, замесили их грязью и пошли по домам под шумок толковать, что пора положить бы уж конец безобразию, что и так уже скоро, мол,
мы начнем голодать. И никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги – это только ступени в бесконечные пропасти к недоступной весне. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть не дрожавшей рукой. Только так беспощадно, так зло и ненужно опустили их вечный покой. Он сидел на стуле, покусывая губы и чуть-чуть покачиваясь. И вдруг неожиданно спросил: «Вам не страшно?» Не ответила: «Чего?» Вот все эти молодые жизни псу под хвост. И ради кого? Ради какой-то сволочи, которая сидит на чемоданах. Потом налил большой стакан коньяка и сказал: «Выпьем, милый Вертинский, за родину. И спасибо за песню». Потом, глядя куда-то в окно, сказал: «Господа, все мы знаем и чувствуем это, только не умеем сказать. А вот он умеет. Вы знаете, мой милый, ведь с вашей песней мои мальчишки шли умирать. И еще неизвестно, нужно ли это было». Потом, нагнувшись ко мне, тихо спросил: «Устали?» И сказал: «Да, немного». «Проводите господина Вертинского». Адъютанты подали мне пальто. Он сказал: «Не сердитесь, Александр Николаевич, у меня так редко бывают минуты отдыха. Вы отсюда куда едете?» Я ответил: «Севастополь». «Дай Бог, увидимся, прощайте». Мы пожали друг другу руки. Я вышел. На улице уже светало. А на путях пронзительно и жалобно, как будто оплакивая кого-то, свистел паровоз. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть не дрожавшей рукой, только так беспощадно, так зло не нужно опустили их вечный покой. Я услышал его на катушечном магнитофоне у кого-то из друзей моих родителей. И он был для меня вполне представителем той музыки, которую было нельзя слушать. Потому что напомню, что в 60-е годы Вертинский был, в общем, персона нон грата. Говорить о нем было нельзя. Я даже в школе попытался сделать, перед уроками такие у нас были в школе, доклады о том, о сём, о пятом и десятом. Вот я сказал что-то про Вертинского, меня чуть из школы не исключили. Вот и для меня он был как раз своим, потому что он был против официально разрешенного. А я не любил официально разрешенного. Вертинский прожил длинную жизнь человека без родины. Много повидал. Любое яркое впечатление было для него поводом для того, чтобы вспомнить о жизни в России. Принесла случайная молва, милые, не
Летний сад, фонтанка и Нева. Вы слова залетные, куда? Тут шумят чужие города. И чужая плещется вода. И чужая светится звезда. Собственно говоря, моя Франция – это один Париж. Но зато один Париж – это вся Франция. Так могу сказать, я прожив в этой прекрасной стране почти 10 лет. Нигде за границей русские не чувствовали себя так легко и свободно, как именно в Париже. Тут нетрудно было освоиться, найти работу. В этом колоссальном городе мы растворялись, как капля в море. Через какой-нибудь год мы уже считали себя настоящими парижанами, мы говорили по-французски, знали все, что творится вокруг нас. В театре Шан-Зелезе пел сам Шаляпин. В Гранд-Опера танцевал изумительный Сергей Лефар. В зале Плеель играл божественный Рахманинов. Летучая мышь Балиева каждый сезон пленяла парижан своими блестящими постановками. Вот в это самое время, в 1925 году, я и приехал в Париж. Вас не взять, не спрятать, не прогнать. Надо жить, не надо вспоминать, чтобы больно не было опять. И чтобы сердце больше не кричать. Это было, было и прошло. Все прошло, и вьюга замело. Отчего так пусто и светло? Вы слова залетные, куда? Тут живут чужие господа. И чужая радость и беда. И мы для них чужие навсегда. Париж веселился, кипел, бурлил, жил полной жизнью мировой столицы. В этом огромном городе находилось место всем. Кто открывал русские лавочки, кто библиотеки, кто магазины редкостей или русских вышивок. В Париже русские кабаки были разного типа. Начиная от обычных ресторанов, где просто кормили хорошо, которые создавались и велись профессионалами, до всякого рода экзотических «boîte de nuit», которые открывали просто предприимчивые люди. На улице Камартен большой московский Эрмитаж был разрисован боярами и тройками, и кухня изобиловала исключительно русскими блюдами. В программе выступали «Бартет Бояр», пели «Плевицкая», «Я», иногда «Цыгане». Место было самое дорогое, самое шикарное. Лучшие оркестры мира играли там, лучшие артисты выступали. Я пел в этих местах, и мне пришлось познакомиться с королями, магараджами, великими князьями, банкирами, миллионерами. Все они знакомились со мной, потому что их интересовала русская песня. Русская музыка. Кабак. Большая страшная школа. Я был неврастенник, избалованный актер, любимец публики. У себя на родине я мог капризничать и вести себя как угодно. Я мог петь или не петь по своему желанию. Мог повернуться и уйти со сцены, если публика слушала меня недостаточно внимательно. Мог менять театры, города, заламывать любые гонорары. Дома все наши актерские фокусы воспринимали с ласковой улыбкой. Дома актер – высшее существо.
От всего этого надо было отвыкать на чужбине. Кабак многому меня научил, я бы даже сказал, закалил. Артисту очень трудно фиксировать внимание на себе одном в кабаке, где едят, пьют, стучат вилками, ножами, громко разговаривают, шумят, даже кричат. Артист должен исполнять свою роль, ибо гость святыня. Он всегда прав, он платит деньги. Перед ним склоняются все. Иметь успех в кабаке гораздо сложнее, чем в театре, ибо в театр народ приходит, чтобы слушать, а в кабак, чтобы кушать. И любой посетитель может сказать вам: я пришел сюда из-за бифштекса, мой милый, а не из-за вас. Я не виноват, что тут поете вы и мешаете мне переваривать мою пищу. Я в кабаке, а не в театре. И он прав. По-своему. По-своему, но прав. И я пел. В вечерних ресторанах, в парижских балаганах, в дешевом электрическом районе всю ночь ломаю руки от ярости нити, и людям что-то жалобно пою. Звенят, гудят джаз-банды и злые обезьяны, мне скалят искалеченные рты. А я кривой и пьяный зову их в океаны и сыплю им в шампанское цветы. А когда наступит утро, я бреду бульваром сонным, где в испуге даже дети убегают от меня. Я усталый старый клоун, я машу мечом картонным, и в лучах моей короны умирает светоч дня. Звенят, гудят джаз-банды, танцуют обезьяны и бешено встречают Рождество. А я кривой и пьяный засну у фортепиано под этот дикий гул и торжество. На башне бьют куранты, уходят музыканты, и елка догорела до конца. Лакеи тушат свечи, давно замолкли речи, и я уж не могу поднять лица. И тогда с потухшей елки тихо спрыгнул желтый ангел и сказал: маэстро бедный, вы устали, вы больны. Говорят, что вы в притонах по ночам поете танго. Даже в нашем добром небе были все удивлены. И закрыв лицо руками, я внимал жестокой речи, утирая фраком слезы, слезы боли и стыда. А высоко в синем небе догорели божьи свечи, и печальный желтый ангел тихо таял без следа. Я думаю, что к нему относились тогда и в общем, имело бы смысл относиться сейчас именно как к человеку, который
ухитрился уничтоженную культуру сохранить в себе, и поэтому, когда он, вернувшись, пел, говорил, собственно, жил, в России он представлял из себя удивительную редкую птицу. Человек из того мира. Потому что в России же мы всегда, что вот есть тот мир, а вот наш мирок. Вот он в нашем мирке был человеком из того мира, из большого мира. Поэтому к нему тянулись, естественно. Последние годы эмиграции, перед возвращением на родину, Вертинский провел в Шанхае. Жизнь русской колонии кипела тут ключом. Александр Николаевич продолжал выступать, женился. И здесь же, в Шанхае, произошла его последняя встреча с Федором Шаляпиным. А у местных благотворителей разыгрался аппетит. Однажды к Федору Ивановичу пришла целая делегация с просьбой дать бесплатный концерт, а весь сбор от концерта отдать им. Шаляпин отказал. И вот тут началось. Северноподанные газеты, которые расстилали свои простыни у его ног, подняли невообразимую ругань. Целые ушаты помоев выливались на его сидеющую голову. Около театра прохожим раздавали летучки с заголовками «Русские люди». Шаляпин – враг эмиграции. Бойкотируйте Шаляпина. Ни одного человека на его концерт, ни цента Шаляпину. Не знаю, читал ли эти летучки Федор Иванович, но на следующий день он уехал. Вот так вымазал дегтем его подножие русский Шанхай. За день до его отъезда я сидел у него в коте отеля. Была ранняя весна, окна были открыты. Федор Иванович был болен, он хрипло кашлял и кутал горло в теплый шерстяной шарф. Своим обликом, позой он напоминал умирающего льва. И вот как-то предчувствуя, что я больше его никогда не увижу, я опустился перед его креслом и поцеловал его руку. Сегодня томная луна, как пленная царевна, грустно задумчиво бледна и безнадежно влюблена. Сегодня музыка больна, едва звучит напевно, она капризна и нежна, и холодна, и гневна. Сегодня наш последний день в приморском ресторане, упала на террасу тень, зажглись огни в тумане, отлив лениво ткет по дну узоры пенных кружев. Мы пригласили тишину на наш прощальный ужин. Благодарю вас, милый друг, за тайные свидания, за незабвенные слова и пылкие признания. Они, как яркие огни, горят в моем ненастье.
за эти золотые дни украденного счастья. Благодарю вас за любовь, похожую на муки, за то, что вы мне дали вновь изведать боль разлуки, за упоительную власть пленительного тела, за ту божественную страсть, что в нас обоих пела. Я подымаю свой бокал за неизбежность смены, за ваши новые пути и новые измены. Я не завидую тому, кто вас там ждет, тоскуя за возвращение к нему. Бокал свой молча пью я. Я знаю, я совсем не тот, кто вам для счастья нужен, а он иной. Но пусть он ждет, пока мы кончим ужин. Я знаю, даже кораблям необходима пристань, но не таким, как мы, не нам, бродягам и артистам. Я надеюсь, что мы можем смело сказать, что Александр Николаевич заслужил себе место вне времени. Вне прошлого, вне настоящего, вне будущего, он вне времени. То есть его творчество принадлежит к активу музыки, которая для человечества будет значить очень многое всегда. А для нас он, я продолжаю считать, что он для нас важен по тем же причинам, по которым он был важен для меня в 60-е годы. Потому что он... часть культуры, которую мы утеряли. Вот. И когда слушаешь его, все время к этой культуре немного прикасаешься, что всегда возвышает. Мой жанр не всем понятен. Нет, он понятен тем, кто... много перенес, пережил немало утрат, душевных трагедий. Кто, наконец, узнал ужасы скитаний, мучения. Кто узнал, что такое притоны с духовно мертвыми людьми. Кто никогда не знал спокойной, затянутой, уютной жизни. Мое творчество является до сих пор для меня... каким-то загадочным процессом. Это необъяснимо. Оно приходит внезапно, непрошено, повелевая всей моей душой. Вот почему я никогда не люблю бесировать. Кажется, что повторять пропетую вещь — это то же самое, что раскрывать перед слушателями тайну колдовства. Нет, я иногда бесировал, но я каждый раз пытался петь по-другому. А потом, не кажется ли вам, что бесирование напоминает вторичное объяснение в любви любимой женщине? Вы объяснились ей первый раз, и она восприняла вас всем своим сердцем. О,
чудно хороший миг. Но вы недовольны результатом и решили объясниться вторично. Как будет любимая женщина слушать второй раз ваши пылкие слова? Ясно, что с легким анализом и закрадывающимся сомнением в искренности. Что меня волнует больше всего на сцене? На сцене мне всегда страшно. Я думал, вот сейчас кто-то вскочит, кто-то закричит. Господа, да что же такое? Это все ложь, это обман. О чем он поет? Любовь, какая любовь? Этого не бывает. Долой его, к черту. И все завертится и рухнет в бездну. Рояль, цветы, ноты. А кто-то будет топтать меня ногами и кричать: «Вот тебе, вот тебе, вот тебе». И сердце зазвенит и лопнет, как мыльный пузырь. Если подумать, а что такое актер? Это человек, который претендует на время и внимание публики. Он как бы им говорит: смотрите на меня, слушайте меня, покоритесь мне. Чтобы занимать своей персоной время деловых и умных людей, надо быть исключительно интересным, значительным, многогранным. А что мы, актеры, знаем о себе, наверное? Ничего. О чем думает укротитель, входя в клетку со львами? Он надеется, что останется жив. Вот и все. Вас не взять, не спрятать, не прогнать. Надо жить, не надо вспоминать. Чтобы больно не было опять, и чтобы сердцу больше не кричать. Это было, было и прошло. Все прошло, и вьюгой замело. Оттого так пусто и светло. Вы слова зовете.